Всем привет! Вчера я снимал видео шортс, то, что убрались вы тут у птицы на улице, и говорил то, что сегодня будем убирать в сарае. Убрали в сарае, сейчас покажу вам. И вот здесь вот еще покажу, это вот где у меня мараны отдельно сидели. Тут засыпали песочком, чтобы было поаккуратнее, покрасивее, хотя все равно скоро все засрут и разгребут. Тут также шиферина вот лежит. Здесь все так же. Тут кормушка. Тут три поилки. Ну и сейчас птица гуляет. А мы тем временем убирались у них. В сарай. Посмотрите, как тут теперь красиво. Он был прям максимально запущен уже. Поэтому наконец-то убрались. Тут, ну, кто помнит, был прям максимальный срач. Насест оставили тоже, чуть починили. Вот тут нижнюю прибили, она отломилась. Вот тут вот немножечко починили, прибили, она тоже уже почти сломалась. Тут вот также поддон оставил этот стоять. Хотел найти новый почище, но по итогу понял, что этот самый идеальный. Тут много места между этими, они хорошие. Поэтому решил оставить этот. Грязный, ну зато хороший. Сам по себе. Я думаю, им хватит. Если вдруг сегодня придут все, я посмотрю. Если не будет всем хватать места, то поставлю еще вот сюда поддон. Гнезда. Гнезда вот так вот теперь. Шторки новые повесил. Ой, вспышку не включил сразу. Ну и тут, в общем-то, вот тут как бы даже сено. Оно еще зеленоватое, но сухое. Это газон мы косили, и оно осталось. Я надеюсь, это подольше тут побудет. А то, мне кажется, оно мелкое еще. Они разгребут быстро, гуси повытаскивать могут. Ну, вот так вот. Сейчас будем загонять их всех сюда, проверим. Ну и тут поставил еще кормушку. Ну, наверное, сейчас не буду им насыпать. Ну, сейчас насыпал. Вообще не буду. Это зимой, когда будет холодно. Если кому-то будет лень выходить, будут кушать здесь. А вот гнезда, думаю, проверим, испытают курочки, посмотрим, потому что утром только одна успела снестись, и я их выгнала, а там они на выгуле не несутся у меня, ждут вечера, когда я их загоняю, и тогда несутся здесь. Вот они все уже тут собрались, уже хотят заходить, потому что уже солнце заходит, и им хочется домой. Загоняю их легко, когда сам вон там вот убираю, и гоню их туда всех. И они вылазят, правда, многие тупят, то гуси не лезут, индюки особенно. А когда вдвоем, как сейчас, будем мы вдвоем загонять, тогда очень просто. Я их всех отсюда выгоняю в ту часть, а потом оттуда кто-то гонит их на меня, а я тут стою с метелкой, контролирую, чтобы они все бежали в проход. И тогда вообще шикарно. Мне написали вчера комментарий, а почему они боятся метелки? Ты их что, бьешь метелкой? Конечно, бью. Хожу по курятнику, бью их. Ну, как бы, это для птиц новая, как бы, вещь, поэтому они, естественно, боятся. Ко мне они привыкли, меня они не так боятся, поэтому я их гоню метелкой. Ею можно направлять вот так вот, оп, и все. Никого я метелкой не бью. Оп, и все. Ну, найдутся же, конечно, все равно тупые, которые не захотят идти, и вон они уже побежали. Как бы я их гоню туда, а там их гонят на меня. И выход у них только туда есть. Так. Найда, конечно, хочет скушать. Ну, теперь их здесь надо направлять. Так, не надо, пошли отсюда. Табун целый. Заходим, заходим. Ну, не тупим, не тупим. О, ну как вам? Новый сарай. Опа, я же говорил, сразу курочки нестись. Сообразишь, как залезть? До этого там была не такая плотная ткань, легко отодвигалась. Ну, думаю, сообразят. А, сообразила. Чё мотыляется в нижней части, прилипло. Вот засыпали песочек. Сначала хотела пилки, но потом решили песок сначала засыпать. А потом по мере засирания буду подсыпать уже сверху опилки. Кто-то спать уже, а кто-то нестись. Ку-ку. Не буду тревожить. Ну и тут чистота. Сюда теперь приятно заходить к ним аж.
Тут как бы идет небольшой склон туда, поэтому всю воду поставил там, чтобы здесь они, а то и здесь будут плескаться, и все будет течь, и везде будет грязно. А так у них будет там внизу вся вода, вся грязь. Вот так, три поилки им хватит и кормушки. Сейчас надо уже подсыпать на вечер еды. А вот здесь тоже теперь песочек. Красота такая. Ну, давайте наблюдать, что тут они делают. Вот, беленькие спать идут. Кто-то кушает тут. Им тут бы придумать что-то, чтобы не разгребали. Тогда им тут спокойно можно сыпать сколько угодно. Так вот, чуть-чуть насыпал на донышке. Просто на первый раз им. Цесарка, здравствуйте. Просто цесарки, например, ночуют еще на улице. И поэтому я не знаю, даже хватит ли им тут все места. Я не проверяю там. То цесарки, индюшки бывают, там мараны. В общем, они кто-то здесь ночуют, кто-то на улице. Еще тепло довольно. Но сегодня всех загоню сюда и дождусь, чтобы все расселись. И тогда посмотрим, будет ли им хватать. Опа, гляньте. Сразу насест. Это вот квочка моя. Решила сесть опять. У меня сейчас вот это пытается что-то сесть, но еще прям не села. Вот это прям окончательно уже села. Но я его выгоняю. Вот, сейчас в гнездо пойдет. Это ухилюй курочка, которая у меня уже сидела в этом году. Опять решила усесться, но я сажать не буду. Сейчас уже холодно, мне цыплята не нужны. Это только если кто-то у меня закажет, вот как перепелят заказали вылупить, то тогда можно и под квочкой высидеть цыплят, как будто. Ну. Самые первые будут занимать сейчас места повыше себе. Ну, к зиме сарай готов. Ухилюй попыталась залететь, да упала. И потом так стоит, смотрит туда, не поймет, что за занавеска появилась, а? Что это такое? Оп, опять разворачивается. Давай, на камеру. Полет свой. Ну? Опля. Додумаешься залезть? Нет, наверх не надо. Зачем тебе наверх? Вот так вот тут досточка. И в нее вкрутил шурупы, прикрепил полотенце. Давай, иди спать лучше. Они некоторые сюда залазят спать, поэтому места им будет, где поспать нормально. Скопление. Чего за скопление, спрашиваю? Сейчас давайте подсыпем зерна на ночь. Сейчас кормлю их не сильно много, но часто. То я обычно засыплю много и все, но они только разгребают, поэтому сейчас начал по чуть-чуть насыпать, но подсыпать по мере съедания. Кушать сразу, выбирать самое вкусное кукурузу, горох, а пшеницу наконец оставляют. Гуси прям уже так выросли, уже как Мартин некоторые. Ну, вот этот как Мартин уже точно. Да и те крупненькие. Ну, вот так вот теперь... У моей птицы чисто. Надеюсь, не сильно быстро все засрут опять. Потому что чисто это хорошо, но ненадолго это все. Вот она, новая уточка. Ричик.
Галашечка уже такая большая стала. Бояка тоже мне. Жду уже от галашей до хихохлатых моих старших яички. Уже пора им. Ну, пока что не хотят. А там уже и от индюшек можно скоро ждать. В принципе, уже большие. Ну, хотя нет, от них еще рановато. А вот гуси... Гуси уже вполне могут занестись. Ну, не сейчас, конечно, но в скором времени. У меня Мартин с Клёпой, не помню, или в 6 ровно месяцев, или в 7 месяцев снесли первое яйцо. Ну, Клёпа снесла. Не помню, вот. По-моему, в 6. А этим уже 5,5. Так что, ну, они сами по себе еще мелковатые, поэтому думаю чуть позже. Да и бегунки, в принципе, уже тоже, они в 5-6 месяцев, написано в интернете, начинают нестись. Но я думаю, так рано не стоит прям в 5 ждать, им уже 5,5. Но я думаю, в месяцев 7 точно снесутся уже, а там, может, и раньше. Ну, так-то они уже вполне большие, как и надо. Написали мне они худые. Ну, где же они худые? Они бегунки такие есть по своему телосложению. Небольшие, как бы худенькие такие. Вот... Селезень побольше, самочка такая похудее. Ну, такие они и есть. Толще они не должны быть. Это индоуточки, те жирняшки. Громушка мой. Такой прям я не могу. Важный, отважный. Громадина. Ну, пока что чуть-чуть фу не разгребает. Но думаю, это ненадолго. Сейчас все придут и разгребут. Мадама. Ага, свалила уже. У Хилюшка осталось. А яичко снесла. Снесла нам та курочка яичко. Где она? Ушла, наверное, на улицу. Которая залазила в гнездо. Первая. Вот тепленькая еще такое яичко снесла. Надеюсь, еще кто-нибудь снесется. Ну, сейчас пока выпускаю, они даже и меньше несутся, видимо, многие сдерживаются. Там не несутся, а потом вечером, может, уже не хочется им снестись, я не знаю. Они, в принципе, у меня сильно много несутся, не знаю почему. Но, возможно, вариант, проблема в том, что у них глисты, поэтому я их буду глистогонить, уже купил, но ждал, хотел убраться, навести порядки, и тогда проглистогонить мне захотелось. Поэтому вот, наверное, завтра начну давать. Потому что вот, узнал то, что бывает, что проблема именно в этом. Оно вполне возможно, потому что вот что летом плохо несли, что сейчас получше, но все равно не идеально. Кузя, красавчик мой. Я еще, скорее всего, буду отсаживать туда отдельно, где мараны подрастали. Отсажу цесарок и, возможно, индюшек отсажу, потому что, видите, они мелкие тоже. Они-то вырастут, но гораздо медленнее. А там, если их отсажу отдельно, также цесарочки быстро вырастут, а то они прям мелкие. А так догонят маранов, как бы и будут тоже крупные. И индюшки тоже вырастут побыстрее. Вот индюк, он прям в рост идет, а индюшки, не знаю, может, я просто не замечаю. Не, ну, конечно, подрастают тоже. Но там вырастут быстрее отдельно, поэтому, думаю, их, наверное, еще отсажу отдельно. Подрасти, а потом все уже будут зимовать вместе. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока!